«Сделано в Вятке». Добрый день. Да, эта программа «Сделана в Вятке». В эфире по-прежнему Николай Голиков. И мой гость уже традиционный. Как каждую вторую пятницу мы встречаемся. Евгений Питонин, историк, краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета. Евгений, добрый день. Всех приветствую. Что у нас сегодня? Мы последний раз говорили о 69-м годе, да, и переходили, как сказать, в новое десятилетие, в 70-е. Да, у нас нынче 70-й год. На дворе, да? Где у нас календарь? Надо поправить немножко дату. Приготовьтесь погрузиться в 70-й. Чем он был так вот приметен? Ты уже помнишь это время? Ну, сегодня помню. Ну, 5-й класс, конечно. А ты уже, ты же старше меня, по-моему, ты же должен заканчивать был 5-й. Да, наверное, если я в 65-м пошел в 1-й класс. Я в 66-м, да, соответственно. Я пошел в этом году в 5-й, а ты в этом году закончил 5-й. Но все равно, даже сейчас, вот пенсионеры, вот не могу избавиться от ощущения, что 60 лет, если там кто-то учился на год моложе, всегда чувство легкого превосходства. А никуда от этого не денешься, да. Я тоже по-прежнему, знаешь, мы с тобой вроде уже там миллион лет знакомы, я знаю, что ты старше, Немножко, да. Видимо, и в армии субординация. Ну, ладно, 70-й год. Веселое время. Нынче мы уходим из 60-х, из развеселых 60-х, твистующих, поющих, пляшущих в романтические 70-е. Страна еще в относительно спокойном состоянии, тикают нефтедоллары, санкций нету, еще не началось это сладкое гниение застоя, но тем не менее, вот такой плавный переход уже с 70-го года начнет ощущаться от каких-то там коротких причесок, роговых очков в стиле а-ля Чикатило, кляшам, волосам, длинным ольчиком и прочим этим прибамбасам хиппи. Вот музыки, когда певцы еще в 70-м можно было увидеть по телевизору, советские певцы пели стоя у микрофона, замерев, и сменялись пионерскими хорами. И женщины с платьями в пол такие, чуть не в кринолинах, тоже стояли. А в это время на Бродвее уже ставился мюзикл «Иисус Христос, суперзвезда». Вот. За Эаном были хиппи. Но это уже небольшой угар начался, хиппи в Итае по-прежнему хунвейбины. В общем, развеселое время такое вот переходное. Но вот даже чтобы ощутить себя в 70-м году, можно вот так вот посчитать, на что можно было потратить рубль в Советском Союзе в 70-м году. Вот, например, два полноценных обеда в столовой. Да, мне в школе давали 50 копеек. На обед в день там вполне хватало в школьной. Еще я думаю, что и не только в школьной, но и в рабочей. Слушай, у нас собирали рубль на неделю, по-моему. 33 стакана лимонада с сиропом. Три копейки. Без сиропа 100 стаканов. 50 звонков из телефона автомата. Или на рубль. Я напоминаю, что на рубль можно было купить 100 коробков спичек, 5 стаканчиков пломбира или 10 порций молочного мороженого. 20 поездок в троллейбусе или в автобусе. В 70-м еще 5, кстати, троллейбус стоил. А потом 4 стал. Потом 4 стал. 4 буханки белого хлеба по 900 там, грамм или килограмм унита. И сейчас вот 5 литров разливного молока. Ну, или днем можно было 20 раз сходить в кино по дневной цене. По дневной цене. 20 копеек. 3 бутылки хорошего пива на рубль. Еще и сдачу давали. Там. Небольшую. Или, ну, 8 пачек дрянных сигарет по миру. Вот, не знаю, это урили и противозачаточные. Помню. Болотные торфяные их еще называли, да. Были, угу. Ну, летом можно было купить на базаре 6 арбузов или 3 килограмма дынь. Ну, в принципе, да. Ну, 6-килограммовый арбуз. Нормально на рубль. На рубль помню, можно было 5 раз сходить в мужскую парикмахерскую или в баню. Ну, в баню, видимо, в общее место. В общественную баню там много сработало тогда. Рубль на рубль люди ездили дикарем куда-нибудь на юг, то рубль стоило место спальное на югах. Угу. В принципе, жить можно было. Но, учитывая средние зарплаты, где-то от 75 до 110 рублей. Это в среднем. В среднем, да.
Ну, вот, например, рядовой милиционер получал 75 рублей. Там вот не баловали, а так люди... Ну, у милиционеров же еще доплаты были определенные. В принципе, вот это и была стабильность. Вот. А потом уже началось все остальное, что назвали... Застоем. Застоем. Но 70-й год – это пока еще... Давайте посмотрим, что в мире у нас творится. В 70-м году Мао Цзэдун обвинил руководство СССР в закоренелом неолиализме. Угу. Вот в чем только не обвинял. И в ревизионизме... Это причем, обрати внимание, это ведь он, по-моему, в Новый год прямо устроил. Год начал, чуть не 1 января он выступил. Да, ну, Мао Цзэдун был большой оригинал. И мало того, что неолиализм, он еще и обвинил... в том, что в СССР установился фашистский диктаторский режим. Это при милейшем-то Леониде Ильиче. Ну да, представитель Ильича в роли диктатора. В этом же году, в 70-м, Боинг 747 совершил свой первый полет. Ну, надо же. Вот. И, конечно, случилась трагедия миллионов. До сих пор трагедия. 10 апреля Пол Маккартни объявил о распаде группы «Битлз». Да, был такой день. Был. Почему-то до сих пор, наверное, черный день календаря. Вот. Ну, и сборная Бразилии стала чемпионом мира по футболу. Чемпионат был, насколько я помню, в Мексике. Всплыла такая интересная фамилия в 70-м году. Скоропостижно скончался президент и сразу премьер-министр ОАР. Это была Объединенная Арабская Республика. Гамаль Абдель Насер. Вот тот самый, награжденный высшим советским орденом, которого... Он же был герой Советского Союза, по-моему. Сочинили, да, частушку. Сидит на солнце, греет пузо. Полуфашист, полуэсер, герой Советского Союза. Гамаль Абдель на всех Насер. Вот. Конечно, еще Хрущев наградил, но реакция была очень неоднозначная у граждан. Ну, это еще помнишь же знаменитую шутку, когда был арабско-израильский конфликт. Воевали два героя Советского Союза, потому что Моше Даян еще пока был советским гражданином. Моше Даян, лидер Израиля. Он воевал и получил звание боевое, герой Советского Союза он был. Потом эмигрировал уже в новосознанное государство. А с другой стороны, был Гамаль Абдель Насер, тоже герой Советского Союза. Два героя Советского Союза прямо между собой воевали. Это был повод для множества анекдотов. Ну, да, вот, конечно, нынче времена не такие веселые. Я думаю, героем России еще не награжден ни Асад, ни Мадуро. Друг с другом они не воюют. Им далековато, вот, да. А вот забавно было бы, если бы случилось посмотреть... Ну, началась, конечно, демилитаризация во Вьетнаме. Президент США Никсон объявил о выводе еще 150 тысяч американских военных из Вьетнама. И не поверите, в 70-м году состоялся первый компьютерный шахматный турнир. Вот. В то время в СССР, наверное, еще и слова не было. Компьютер. Было слово электронно-вычислительная машина. Видимо, в подсознании еще старых, уважающих себя, там, увенчанных лаврами профессоров, еще кибернетика считалась лженаукой. Вот. Ну, в нашем ВИАТГУ, тогда был политех, наверное, были электронно-вычислительные машины величиной с комнату, где программы заряжались установлением штырьков в ленту металлических. Видишь, это потом я пришел в политех в 76-м. Mm-hmm. Тогда уже были перфокарты, перфоленты. Уже перфокарты. Да, но это было 6 лет назад. Но вот машины, которые нам показывали, да, некоторые из них были созданы в начале 70-х годов. Да, там очень сложная была система вот ввода программ какими-то вот этими. Типа, знаешь, как телефонистка. Что-то там переключает, потом снова что-то переключает. Было такое. Ну, тем не менее. Это те старые уже машинки были. До персональных компьютеров уже оставалось меньше десятилетия. У нас через 10 лет объявили, что они невозможны. Потом оказалось, что они уже есть. Именно с 70-го года началась традиция новогоднего поздравления вождей советскому народу. Помните, здравствуйте, товарищи. Ну тогда Брежнев был в силе, он был харизматичный. Он был красивый мужчина. Передвигался, он шутил, он встречался с лидерами. В общем, хороший был Брежнев. Он же, по-моему, в то время вообще по миру довольно-таки активно ездил, причем встречался, по-моему, и с немецкими лидерами, с ФРГ. То есть это было внове для всех советских граждан, что можно, оказывается, с нашими противниками-то встречаться. Да, он был очень хороший. Тем не менее, хотя все вроде было бы и хорошо, но в самиздате в 70-м году уже обсуждали открытое письмо академика Сахарова с требованием демократизации общества, хотя не все понимали, что это такое, но... В принципе. Ну и, конечно, не обойти события. Именно в 70-м году с конвейера в Тольятти сошли первые автомобили ВАЗ-Копейка. Конечно, они были уже
заведомо устаревшего. Ну, они же Фиаты были взяты, да, Фиаты взяты со старой модели. Но, тем не менее, получилась, на удивление, добротная машина. Вот, в Ирове первая появилась в 72-м году. Два года в городе доступа Слободск. Не было. Ну, конечно же, были огромные очереди. Ну да, тогда же машину-то не так просто было купить, да, совершенно верно. И тем более новая «Копей», конечно, по началу 70-го года снабжали столицы, крупные города, столицы союзных республик, вот в Ирове, видимо. И, насколько я помню, этот счастливчик был из города Слободского. «Копей» это была еще, ну, лет 10 назад живой, вот интересно отследить ее судьбу. Но, тем не менее, юбилей вот все-таки... Ну, кстати, надо опять же отметить, что я не знаю конкретно про эту первую копейку, но до сих пор по улицам копеечки еще по нашим ходят. Ходят, но уже не часто, уже либо... Ну, был же еще этот юбилейный выпуск, несколько новых копеек я видел в Кирове, вот которые к юбилею выпустили они. Либо это музейные экспонаты, вылизанные, отремонтированные, с колпаками хромированными едет, видно, что человек хранит. Либо это пацаны, там первая машина с ревом ржавая, либо это вот точные люди, которые перевозят свои арбузы и дыни, а до задний бампер уже там скребет асфальт вот в таком состоянии. Кстати, не только «Копей», но и «Волга» 24-я, которая имела ласковое прозвище «Баржа», она тоже была выпущена в 70-м году. Ну, они тоже еще пока ходят. Тогда еще ходят. В Ирове были такси, еще старые «Волги» 21-е с оленями. Ну, оленей убрали, они травмировали, видимо, при авариях. Вот. А постепенно уже вот внедрялись «Волги» 24-е. Хорошие были машины. Ну, вот нельзя не сказать о трагедии этого года, когда впервые получил огласку случай угона самолета в СССР. Наверное, все помнят эту историю, когда отец и сын бразинцы захватили самолет, совершавший рейс Сухуми-Батуми. Вот. И в дальнейших разборах убили бортпроводницу Надежду Урченко и принудили экипаж к посадке в Турцию. Тоже такой странный случай. Вот не было ни их спецподразделений для борьбы с подобными террористами. И настолько люди действовали самоотверженно, но бессмысленно. Вот зачем безоружной стюардессе было лезть? Ну, тогда, понимаешь, сейчас же уже учат людей, как вести себя, да, в случае. Да, тогда же просто это было полная неожиданность. Ну, улетели. Ну, может быть, нельзя было, потому что если бы один раз улетели бы в Турцию, то потом бы это бы стало дурным знамением и приобрело бы более массовый характер. Тем не менее, проводницу жаль. Про нее, кстати, была потом знаменитая песня группы «Цветы». «Звездочка моя ясная». Вот это было посвящение Надежде Урченко. Но эти бразильцы все равно плохо. Плохо кончили, да. Закончили. Вот. Их же выдали, по-моему, да? Выдали, да. Вот это вот самое было то, что подействовало, что если ты даже улетишь в Турцию, тебя выдадут, поэтому нет смысла. Ну да, год разный. Ну, невозможно, чтобы в году были однотипные события. Вот, например, в этом же году совершила мягкую посадку на поверхность Луны станция Луна-17 с аппаратом Луноход-1. Кто помнит этот 8-колес? А у меня игрушка была Луноход-1. Кастрюля на колесах. Да. Такая вот была. У меня была игрушка на дистанционном управлении. «Луноход-1» называлась. А я ходил, ну, наверное, позднее, в следующем году. Я потом ее выменял на «Марку». Развели меня как лоха. А я ходил в радиокружок на станцию юных техников за снесенным ДК «Целковского». И вот мы там делали луноход на батарейках большой, там, видимо, и с кастрюли какой-то. Ну, вот, в общем, такое было в мире у нас. Я творилось. Перед программой тоже глянул, вот космос-то меня всегда интересовал, я посмотрел в этом 70-м же году еще одно очень важное такое событие, это на Венеру высадился, Венера-1, высадил этот самый, туда эту посадку совершил на Венеру, и что-то даже успел сфотографировать, я помню журнал «Пионер», я тогда выписывал, но там, конечно, не эти, на этих фотографиях ничего понять невозможно было. Потому что, ну, что там при тех условиях все. Но там были такие, вот как будто бы вот этот вот спутник, как будто бы вот это вот сфотографировал, такая красивая Венера.
знаешь, и ни слова о том, что и там... И главное, у всех было ощущение, все читали «Жизнь», «Знание», да. «Сила», и было ощущение, что вот полетели, вот начали, протоптали, сейчас и будет, да, больше, что там больше. Есть атмосфера, что туда люди полетят, там можно жить, а вот на Марсе нет атмосферы, на Венере можно как-то жить, не знаю, как вот там они соотносили, в то время было прекрасно уже известно, что жить там нельзя, собственно говоря. Люди жили... будущем. Еще мне понравилось одно событие, такое малозаметное. В 70-м году был основан город под названием Припять. Угу. Да, он основан был 4 февраля 70-го года. Я посмотрел, мне так интересно стало. То есть уже, видимо, планировалось, что будет там все. Да, город, в котором погиб, да, мой одноклассник Александр Кудрявцев, который работал инженером на атомной станции и вот попал... Так что вот так вот история интересная. Должен был уехать в отпуск, попал на эксперимент, сам напросился, кстати, и вот погиб один из первых. Практически дошел по указанию начальника смены до реактора и заглянул внутрь. Ему еще не верили. Что ты говоришь, что реактор взорван? Угу. Не может такого быть. Советский реактор не может взорваться. Но это мы забрались немного вперед. Далеко, очень-очень вперед, да. А поэтому... Вернемся в 70-й год, в Иров. Вот, кстати, прошла перепись населения. Я помню даже, что ходили люди. Вот это было, видимо, сколько лет у нас не проводилась перепись. Она была в 59-м предыдущей, то есть 11 лет перепись не проводилась. И по данным этой переписи, население Ировской области в 70-м году составляло 1 721 700 человек. Ну, а сейчас у нас 1 280 000. То есть, да, за период 70-го года население области убыло на 500 тысяч человек. 500 тысяч человек. Это на город Иров практически. На целый город, и продолжает, да, убывать. Ну, тогда были другие тенденции. Я просто тоже смотрел эту перепись. Тогда просто мне сама цифра интересовала не по Кировской области. По Советскому Союзу было 241 миллион человек. И вот в сравнении с предыдущей переписью был плюс 32 миллиона человек. То есть тогда увеличилось население. Ну, понятно, что в основном за счет южных республик. Ну, и равномернее было. Вот сейчас едешь по заброшенным деревням, и думаешь, вот в 70-м там еще была жизнь, там, и это были в избах эти дети, ходили куда-то в школы, где-то это ходили школы в автобусы. Были. А сейчас, если подняться над областью, ну, на гипотетическом воздушном шаре, то ночью посмотреть в хорошую погоду, то огни, вот где у нас, видимо, еще центральные усадьбы, хозяйства, все остальное, все темень, мрак. А тогда вот жили. Но, опять же, в 70-м году колхозникам начали выдавать паспорта. Вот и начался то, конечно, вот это был год, который положил начало обезлюдению не только Ировской области, но и вообще вот всей нечерноземной и другой. Началась там урбанизация территории, да. Да. Ну вот, год назад мы говорили, что у нас в 70-м году эпохальное событие, все его ждали. Вот это юбилей Ленина, столетие со дня рождения. И все надеялись, что вот в том году там не сдали, не построили чего-то. И там в позапрошлом там тоже все. И, ну, обычно же было там, что, ну, всегда, да, удерживали, там каким-то приурочивали, да, в 67-м юбилею революции. А тут вот... Ну, вот я тоже надеялся, посмотрел... И вот, конечно, отмечали столетие Ильича повышенными обязательствами, досрочно выполненными планами, там, коллективными и субботниками, однако, не странно, в этот юбилейный год оказалось не так уж много пусковых объектов, а точнее... Всего один. Ты по Кирову говоришь? По Кирову. По Кирову, да. Памятник Ленину на Театральной площади. Да, скульпторы Шпа и Ошкин, архитектор Синица. Ну, до этого, конечно, кто помнит, до памятника была большая, огромная клумба. Кстати, вид она не портила. Но вот я был, конечно, на открытии памятника Кирову холодным ноябрем там 67-го, по-моему, года. И помню, а здесь почему-то не был. Смотрел фотографии, да, народ, ну, открывают. Долго не могли вот это полотно с него снять. Там, видимо, ветром облепило.
Но как-то вот не запомнил, да и клумбу смутно помню. Но... Я понимаю, сейчас помню свои ощущения. Дело в том, что я не очень помню, как снимали полотно, но я помню, что нас привели, что там будет что-то величественное открыто. И когда вот это сняли, все, я, честно говоря, испытал некое разочарование, потому что думаю, из-за этого мы тут торчим. Мне он как-то сразу не понравился. Да, не всем не понравился. У меня даже дома родители говорили. Так я пришел домой, меня спрашивают, там что, как. Ну, а я говорю, да что-то, черти что там, не знаю, плечами, пожалуй, никаких впечатлений. Если фигура Ирова, она же детально вылеплена, там со всеми, он же даже с точки зрения художника, то здесь что-то грубое, из камня, такое вот простецкое, монументальное. Ну, сейчас привыкли. Стоит себе и стоит. Вот, Да я ничего против него не имею. Пусть стоит. Памятник, памятник, памятники пусть остаются. Интересно, конечно, были на этом месте. И перед войной была бетонная стена, видимо, которая скрывала стройку Дома Советов, и были и бетонные же скульптуры солдат, причем со штыками и в касках времен Халхин-Гола. Вот, и даже эта стена сохранялась до начала войны, где, может быть, даже вешали и это сводки с фронта. Вот есть у меня эти фотографии. Ну, основное время Лумба, вот, а потом все-таки Ленин. И нас, кстати, сразу же подвели к написанию сочинений «Ваше любимое место в Ирове». Я там лосей намекнули, а вы по театрал гуляете. И полосы, значит, да-да-да, вот под Лениным мое любимое место. Я просто обожаю. Даже к фонтану не хожу. А... Ну, фонтан тогда еще довольно скромный был. Так, что там, да. Кто мы были? Пятый класс. Вот если себя вспомнить в ту эпоху, ну, взять вот сейчас март, да, март, это, наверное, были войлочные ботинки, типа «Прощай, молодость», «Прощай, молодость» на молнии. Да. Это был какой-то костюмчик, потому что к тому времени школьной формы уже не было. Вот эта серая униформа без ремня, просто пиджачок и штаны, она вот была первый класс, ну, может, второй. Вот ушли эти вельветовые бобочки с молнией и с подшитым белым воротничком. А в чем ходили? Ну, просто, видимо, костюмчик. Костюмчик, либо джемперочек, брючки слегка расклешенные, потому что сильный клеш не разрешали. Ну, это постарше, а для нас... Нет, у нас были в первом классе почему-то такие еще, знаешь, карманчики здесь прорублены. Да-да-да, но это уже так... Но если старшеклассники делали посерьезнее клеш, то у нас просто, знаешь, ну, чтобы чуть-чуть там, ну, 22-24, по-русски говоря. Или вшивали там кто-то. Нет, почему заказывали сюда в ателье? Балоневая куртка, наверное, еще и не была куплена, было пальто. Скорее всего, драповое пальто с каким-то меховым воротником. Появились эти вот пилаксовые пальто, я не помню, в этом ли году, или такой странный материал, знаешь, с которого... Резиненный такой. Да, такой, очень-очень, да, это как резиновый плащ. Наверное, шапка у меня была из искусственного меха, а потом уже мне... Ну, или заячий трюх такой, знаешь. Или вот, например, все такие были. Вот, да, все абсолютно одинаково, смотришь фотографии, все абсолютно одинаковые. Резались в хоккей, прямо на валенках бегали там в этот хоккей с мячом... приходили домой, замерзнув, я помню, оттаивали, веником отряхали нас. Вот радостная была жизнь. А чем я подумал, чем? Ну, юбилею Ленина в продажу выбросили массу значков с Лениным. И тогда почему-то в СССР все люди что-то коллекционировали-то. Я не знаю, видимо, не было такого досуга. А то спичечные этикет, и то... роб и от сигарет пустые. Кто где-то доставал пивные банки, хотя в стране не было, пива, вот доставали. А у нас тоже кто-то вот эти этикетки упал спичечные, а мы охотились за значками. То есть я помню, что спецзначок купить надо было аж до ларька и на Театру Победы. Вот у меня огромная коллекция, часть ее сохранилась. Почему-то все с Лениным. Но они, может, Ленин не позиционировались. Так и просто много было, потому что вот много, я помню, когда марки коллекционировал, тоже году. Много было блоков с Лениным, знаешь, таких. Они были красивые, на самом деле, марки еще, они довольно-таки редкие уже к настоящему-то времени, я думаю. Так, наверное, Жень, мы сейчас немножко сделаем перерыв такой на рекламу и продолжим потом. Конечно же, тут еще масса событий у нас. Сделано в Вятке. Мы
продолжаем нашу программу. В гостях у нас, напомню, Евгений Питонин, историк, краевед, руководитель музея ВИАТГУ. И мы говорим сегодня о 1970 году. Вот. И как выяснилось, добро пожаловать в 70-е. Да, ты говоришь, Жень, что мало событий. Мы уже полчаса говорим, все перечисляем, все нам мало. Нет, событий достаточно, потому что они, ну, они разноплановые, да, события. Вот, например, в 70-м году, аж 31 июня, даже дата есть, город Иров был включен в состав исторических городов Российской Федерации. Перед этим, кстати, страсти и пели. Видимо, в 70-м устранили дату основания города, официально утвердили. 1374, да? В 74-м отметили 600-летие, а до этого почему-то в 58-м или 9-м году отмечали 740-летие. Там вот слегка сбавили, но тем не менее. Вот это хорошо, потому что то, что еще осталось, то уцелело, когда город был признан. Ну, вот мы передачу ведем с 50-го года, и я замечу, что уже сегодня у нас юбилейный выход, это уже 20 лет мы отмотали в прошлое, и с 50-го года город, конечно, значительно вырос, он заканчивался уже не за Глазисом, не за вот Октябрьским проспектом, а уже он дошел до практически до путепровода вот будущего на улице Воровского. Ну, путепровод построили, ну, понятно, в 80-м, да. А тогда уже фактически кирпичный пятиэтаж, и вот уже улица Попова, все было освоено, застроено, ходили автобусы. А за вот ЖД дорогой вот этой уже были деревень, и уже были и это слобод, и вот даже они вроде бы и в памяти, но кажется, на другой планете. И на месте глобуса нынешнего, на Воровского, была огромная котельная с трубой. Ой, вот снесли, кстати, она встроена, по-моему, в этот глобус. Я как раз переехал в этом году на улицу Авиационную, ныне Чапаева, которая. И там было тоже интересно. Уже вот это строительство началось, пятиэтажек. А с другой стороны улицы были сплошные деревни. Вот эти вот Жбанники, там, я уж не помню все их названия, Мининские, там Жбанники, вот эти все улицы там вагонные, депонные, депонские, ну, стационные. Это, да, вот, да, Залючин, и вообще вот это все вот начали осваивать уже после 80-х где-то. Это интересно, вот такой компактный город был, и единственное сообщение было, это по улице Московской, 25-й автобус, по-моему, ходил туда, вот больше ни на чем не добраться было. Опять же, в 70-м году Нововятский комбинат утвержден головным предприятием в стране по производству лыж. Сейчас грустно смотреть на эти разрушенные, разваленные цеха. А тогда вот звучало еще пластиковое, не начали, но ое было производство. Даже во времена еще незабвенного нашего Нилыча Сергеенкова, я помню, что он возил вот африканского принца или кого-то там из Сахары и предлагал ему контракт на эти лыжи. Надеялся. В этом же году был основан строительный техникум в Ирове. Ну, вот тоже событие, надо отметить, что квасное производство в 70-м году переехало на территорию пивзавода, а до этого разливали, не поверите, где, в этой, в будущей приказной избе, она же питейная. Вот там не было пивное, да, производство. Там не было ни этой, ни высокой крыши, ни крыльца, ничего. Перед, она была заслонена ими же вот торговыми рядами, которые с противоположной стороны, то есть вот ближе к Спасскому собору, были в 70-м году, и с этой стороны их снесли, чтобы открыть эту избу. И во время основного производства, конечно, где разливали квас, вот это здание, оно практически разрушилось. То есть стены отсырели, все там гибло. И если бы не отдали под музей, то, наверное, уже погибло в 70-е бы там ничего не было на этом месте. Но вот очень жаль, что погиб. И сейчас музей, город не нашел 6 миллионов на ремонт крыши. И сейчас вот по некоторым данным там будет ресторанный комплекс на этом месте. Ну, хоть к вас не вернулись, но к ресторану. То есть, можно сказать, что вот на той территории, где сейчас Вятич, квас стали в 70-м году производить, да? Да. То есть, можно сказать, у Вятского кваса... Мы сегодня говорим о дне рождения Вятского кваса, скажем так. Привет Владимиру Маватову. Новоселье разливали.
производства, а тут уже... Ну вот, в 70-м году во всех ировских троллейбусах отказались от услуг эндуктеров, хотя их не помню, что-то всегда вроде осы были. Нет, на маленьких вот этих троллейбусах, которые, помнишь, были до ЗИУ, вот там были кондукторы, это точно помню, потому что я однажды сбежал из дома, и у меня кондуктор как бы вот проследил, что я очень долго катаюсь на троллейбусе, и сдал милицию, именно кондуктор был. А потом поставили эти аппараты, помнишь, такие, где ручку мотаешь, и билетики вылезают, опускаешь денежки, отрываешь билетик. Да-да-да. Угу. Такие, да, кондукторов убрали. В 70-м году на троллейбусе еще проезд стоил пятачок одинаково. Еще ходили желто-синие троллейбусы. Еще были, да. МТБ-82. Последний списали в 72-м году. Вот. А самый последний сейчас гибнет на территории троллейбусного депо. Вот надо его спасать. Надо спасать, потому что это память. Это память. Ну, вот такой 70-й год, в принципе, хорошо бы пройтись по улицам чистым, заснеженным, без этой соли, затоптанной машинами. Да машин-то было тогда, господи, да. Очень кстати, мало. В этом же 70-м году началось строительство нового здания, не ГИБДД, ГАИ тогда, новое здание построили на Энгельсе. Вот сейчас, где у них штаб-квартира. Mm-hmm. А старое здание ГАИ было возле УВД. Вот там, где сейчас по Молодой гвардии огромный многоэтажный пристрой. Там был деревянный дом. Mm-hmm. Позднее там находилась типография УВД. А до этого вот было небольшое здание ГАИ. Но в 70-м, да, уже могли спрогнозировать увеличение транспорта. И поэтому... Вот, ну, если открылся автозавод Волжский, то понятно, увеличение транспорта прогнозировалось. Личного именно. Понятно. Ну, вот хотя, конечно, все вот заграничные сведения о новинках музыки, даже о распаде Битлов, там о чем-то доходили. Сейчас это год-два проходил, потом узнавали о том, о сём вот, массы. Ну, конечно, пацаны в пошитых в отеле Лешах мечтали о мотоциклах Ява, а солидные мужчины уже не только о 412-х москвичах или там новоявленных эпейках, но и о собственных гаражах, и даже... вот о их-то дачах, которые становились все доступнее и доступнее. Вот. Но все было не сбывшимися мечтами, для многих оставалось, потому что я вот знаю люди, которые очень хотели тот же мотоцикл Яву, но просто не могли его купить. Вот так вот и прожили до пенсиона, и ничего. Хотя во всем мире смотрели цветное телевидение, но в Ире в 70-м году еще очень маловероятно. Еще огромные цветные первые телевизоры, которые можно было поднять только вчетвером, они, наверное, появились года через два. Ну, облегчению старушек в Ирове дамы начали менять все-таки мини-юбки в 70-м году на миди и даже на макси. Вот через 3-4 года мини все равно вернутся, но не такие, а может быть, радикальные. Не, но к тому времени уже люди-то попривыкнут, что это уже было все-таки. Было, да. То есть, когда они первые-то появились, помню, да. И вот я свою детскую униформу вспоминал, а вот про женские моды, говорит, в 70-м году смотрел на мартовские фотографии. Вот дамы, не поверите, носили такие фетровые шап и формов, которые, вот, видимо, были жесткие стрюля и издавали такой же звук, если по ним постучать. Я вот такого не помню. Потом, честно, вот эта мода прошла, но они остались форма в милиции, женщинам выдавали еще в 80-е годы. Да? Фетровые формовки. Ну и, может быть, не было это их шедевров у нас в кинематографе. Вот что у нас могли смотреть в Ирове, судя по афишам. В старом деревянном Лизее, которому жить оставалось еще целых 8 лет, шли. И на новинки года «Белорусский вокзал». Ну и, конечно, не такой шедевр, а уже заполитизированное, какое-то нудное, довольно иное. Это «Корона Российской империи» или снова «Неуловимые». Вот, вот непонятно вот до сих пор, почему эта банда юнцов из «Мстителей» вдруг стала красноармейцами, а потом вдруг стали чекистами. Да. И не просто чекистами, а иностранной разведкой. Иностранная разведка, да. Без знания языка, там, без сомнительной... Там же все по-русски в фильме говорили, никто на это внимание обращал. Я тоже посмотрел, кстати, афишу 70-го года, киноафишу. Фильмов-то было много интересных в России снятых, помимо «Белорусского вокзала». Да. Вспомни только «Бег». «Бег» в 70-м году с Ульяновым, «Вражец» и Евстигнеевым. Великолепный совершенно. Да, вот все это не могли. Потом снимать. Хит такой был, помню, я ходил уже вот так. Хотя, по-моему, он был тоже 16+, «Возвращение святого Луки». Помнишь, с Дворжецким?
Ну, конечно, нельзя. Вот. Вот, «Судьба резидента» вышла в 70-м году с Жоновым. Совершенно такой топовый фильм. Вот. А я еще, знаешь, что посмотрел? «Лидеры проката» 70-го года. Они все более ранние оказались. То есть в 70-м году самый главный фильм, на который пошло 43,3 миллиона человек, посмотрели в Советском Союзе. Это был фильм «Неподсуден». Ой. «Неподсуден». А, ой, Куравлев, Максакова, Стриженов, да-да-да. Вот он был самым кассовым фильмом. А на второе место прошлогодний выпал «Белое солнце пустыни». Вот уже «Белое солце пустыни», оно вышло это в 69-м году. А в 70-м оно стало вторым по прокату, да. Ну, тем не менее, ведь там, если фильм имел кассовый успех или просто не завозили, то его могли гонять не неделю. Его гоняли, да, очень долго. У нас же были практически везде билеты. Кинотеатры повторного фильма. Помнишь, у нас тоже, по-моему, в «Востоке», по-моему, все время повторный фильм показывали. А когда вообще ничего не привозили в Иров, то, по-моему, где-то в «Победе» стырили «Иноленту», «Синдбад», «Мореход» две серии. И когда уж совсем ничего не было, крутили ее, они его из пыльных запасников там доставали и крутили этого «Синдбада». И, кстати, насчет «Белого солнца пустыни». В 70-м году умер Павел Успекаев, который родился ровно на 20 лет старше меня, 20 апреля 1938 года, а я 1958 года. Ну, вот и хочется мне, конечно, на финише сказать. Конечно, мы еще вот ребята финиша, постарше слушали. Эх, в 70-м году такую музыку сочинили все это. Юрай Хип выпустили дебютный альбом свой «Very Evil, Very Imble». Deep Purple свой гениальный «Шейн-рок». Да, «Child in Time» звучало везде, да. Кристи спели бессмертную «Yellow River», да. Ставшую известной в СССР в этом же году, в 70-м, благодаря перепевке с вольным текстом «Толстый Карлсон». Ну, кстати, классная песня была. Малыши просят «Карлсона, рассмеши нас, пожалуйста». Пожалуйста, да. Классная была песенка, актуально. Да. До сих пор мою Леня обожает, когда я ставлю эту музыку. Не, ну это классная песня. Сантана написал свою магическую «Black Magic Woman» про Иисуса Христа. Он, скажем так, исполнил Jesus эту песню. «Jesus Christ» мы вспомнили в начале. Я знаю, многие переводили, писали. Вихин там... Миша, да, сделал полный перевод, поэт, да. А в том году, конечно, вот Брежнев... Ну, про Брежнева еще анекдотов не так много было, но на мелодию Христа... Пели там «Наш Ильич, наш Ильич, наш дорогой Леонид, Леонид Ильич». Ильич. Да. Да. Ну, про «Шизгару» мы говорили. Говорили, эта песня. Да. Кстати, вот еще раз прочитал, оказывается, у Маришки, вот этой знаменитой лист, Маришка Верес. Была не родная шевелюра знаменитая, это был парик такой. И, кстати, она потом стала огромной, толстенной. Да, бабой, я видел ее в 93-м годы, году да. Пыталась «Шоинблю» возобновить, а вот ничего не получилось. Я видел ее последнюю запись живую на каком-то, вот знаешь, вот таком, типа там «Звезды минувших дней» или как-то, знаешь, много таких ретро-концертов. Она была очень здоровенная, скажем так, женщина, но голос у нее остался, голос остался. Ну, вот в 70-м уже пытались танцевать вместо вертлявого твиста уже шеи. Это надо прыжки с ноги на ногу. На ногу прыгать и почему-то далеко прыгать, размахивать, да, двумя пальцами. Вот я до сих пор не могу понять, что значил этот жест Черчилля «Виктория» в этом танце «Победа». Ну, в общем, было что послушать, на что посмотреть. И с удовольствием бы я, пожалуй, так, на денек-другой бы в 70-й год перенесся. Ну, благодаря нашей программе мы это и сделали. Спасибо, до встречи. Тебе спасибо, да, огромное. Да, в 71-м году мы встретимся через две недели. Евгений Петунин, Николай Голиков. Всего доброго. «Сделано в Вятке».